Здравствуйте, добро пожаловать в Белгород на последние решающие матчи Кубка России по волейболу мужчин. Сегодня мы начинаем наши трансляции отсюда с бронзового финала, с матча за бронзу, в котором встречаются московская «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Наверное, такой расклад справедлив. Наверное, справедливо и, в принципе, закономерно то, что эти команды играют за бронзу. В финал у нас попали два клуба, которые все-таки, скорее всего, на данный момент демонстрируют наилучшее состояние. Это «Зенит» и «Белогорье». Все-таки с учетом группового турнира и плей-офф каждая из команд, играющих в финале, обыграла и «Локомотив», и «Динамо» по разу. То есть, соответственно, с точки зрения результатов у нас даже все абсолютно закономерно. Что касается амбиций, то амбиции команд, конечно, были устремлены дальше. Это касается и «Локомотива», и «Динамо». Ну и вообще, в принципе, наверное, вот вся эта четверка команд, которая в полуфинал попала, ставила себе задачу на этом турнире победить, потому что это вообще изрядно облегчает задачу на сезон. Для каждого из этих амбициозных коллективов, наверное, задача на сезон является как минимум попадание в Лигу чемпионов. И в отличие от женского Кубка России, который завершился совсем недавно в Краснодаре, мужской кубок по регламенту проведения путевку в Лигу чемпионов дает. Поэтому победа в нем с этой точки зрения является значительно более ценной. Ну и, соответственно, сегодня придется этим командам бороться только за бронзу, а свои претензии на предмет Лиги чемпионов отложить на чемпионат России. Во всяком случае, у «Локомотива», наверное, там возможность такая будет, потому что команда очень неплохо в чемпионате страны выступает. У «Динамо» дела хуже по определенным причинам обстоят в регулярке, но это связано не столько с объективной слабостью команды, а с тем, что она на протяжении всего сезона практически ни разу не смогла собрать оптимальный состав. С учетом всех травм, когда травмированы в какой-то момент были сразу и Полтавский, и Верыш, и ну, чуть ли не пол состава. Получается, кто-то из этих игроков возвращается, кого-то по-прежнему нет. Соответственно, при такой конкуренции, которая есть на нашей внутренней российской арене, рассчитывать на по-настоящему удачное выступление при всех тех травмах. Бартош Курок, разумеется, да, как-то уже настолько нечасто, к сожалению, играет Бартош Курок, что порой забываешь, да, что он игрок «Динамо». Тоже травмирован, на какое-то мгновение буквально вернулся он в состав команды, и по-прежнему его нет. Юрий Чередник на ваших экранах, главный тренер московского «Динамо». И, соответственно, его коллега по другую сторону сетки, главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков. Стартовые составы у нас появились на площадках. Команды эти у нас вышли из разных групп. В групповом турнире друг с другом не играли, пересеклись, соответственно, проиграв в полуфинале только сейчас. Для них на финальной стадии Кубка России это первая встреча. Плотный график, насыщенный турнир. Разные формулы пробуют организаторы, и в формате финала четырех неоднократно проводил стадии. Можно выиграть турнир, проиграв по ходу встречи один матч, да? В том случае, если ты с одной победой, одним поражением выходишь из финала. Такая схема проведения турнира, она возможность ошибки оставляет, но свои ключевые в данном случае ошибки с точки зрения борьбы за первое место команды совершили накануне. И, соответственно, сегодня приходится бороться только за бронзовые медали. При такой вполне тренировочной атмосфере на трибунах понятно, что белгородская публика ждет финального матча с принципиальным соперником, с казанским «Зенитом», с командой, которая последней обыгрывала «Белогорье» в финальной серии чемпионата России, в то время, когда «Белогорье» в последний раз, соответственно, в этом самом финале играла в свое время. Ну и
Очень интересное противостояние с точки зрения тренерской дуэли, с учетом иногда таких этих заочных таких острот и перепалок, периодически, которые отпускают в адрес друг друга главные тренеры команд Геннадий Шипулин и Владимир Алекно. Смотрим за этой встречей. Неудачная планирующая подача. Брагина. Ну, Локомотив, конечно, по увесисти поосновательнее. Смотрится с точки зрения своего состава. Здесь нет таких потерь, значительно больше опытных игроков. И, в принципе, при определенном раскладе и на победу в полуфинале Локомотив мог рассчитывать. Нельзя в то же время сказать, что борьба принципиально более острой получилась, чем в матче «Динамо» с «Белогорьем». Вообще, наверное, мы вправе были ожидать более упорного противостояния от каждого из матчей, если говорить о полуфинальных встречах. Ну, как получилось, так получилось. Значит, еще раз повторюсь, действительно, две сильнейшие команды на данный момент, на текущую концовку декабря, у нас в финале будут играть. Хорошая доводка была после плотной подачи, но немножко неудачно вышел под мяч Бирюков, точнее, под такой выход не совсем удачный для него. Передача была. В повторном случае ему было еще сложнее, и он здесь, влетая явно в сетку, по инерции и касается ее, что можно было предположить при таком раскладе, при том, как этот мяч шел. Будько понимает, что в последнем розыгрыше он дважды в не очень удобной ситуации ставил Бирюкова. Сейчас я продолжаю это дело обсуждать. Будут какие-то корректировки внесены, и все должно быть, в общем-то, нормально. Недаром, в общем, Будько один из сильнейших пасующих в нашей стране, олимпийский чемпион. Игрок сборной. Отличный пайп. Абсолютно чистая сетка сейчас. Летает центральный, один лишь только Будько оказался по месту. То есть, ну, по крайней мере, только он реагировал именно на эту атаку. Одиночный блок, как правило, серьезным препятствием. В такой ситуации, если передача удобная, являться не может. Что и было продемонстрировано. Блок аут здесь. Чудилов очень удачно на переднюю линию вышел после того, как пайп забил, открутил мяч от рук блокирующих. Потому что нападать там особенно было некуда. Как можно быстрее разницу эту сокращаем. Все, втягиваемся в игру. Мне нужна агрессивная игра на площадке. Понятно? Кто не хочет, может уходить, блядь. Поехали. Ну, действительно, да, есть, наверное, такая проблема. Команду, состоящую из опытных, амбициозных игроков, ну, здесь вот, что там говорить, Дивиш, в свое время победителем Лиги чемпионов был Александр Будько, олимпийский чемпион вообще, Нильсен, поигравший в самых серьезных европейских командах. И поэтому понятно, что, наверное, весь пару команды вышел накануне, когда на полуфинал проиграла. И мотивировать столь амбициозный коллектив на матч за бронзу не так-то просто. Ну, Буранков в данном случае пытается сделать все, что может. И пытается, мы видим, порой, может быть, несколько жестко поддавить на самолюбие игроков. Потому что, в конце концов, именно самолюбие больших, в общем, весьма заслуженных мастеров и не должно дать им опуститься ниже определенного уровня. Мяч опускался на половине Локомотива, но вы видели, да, что он от блока попал
куда-то в район груди примерно Кривцу, и после этого уже вал ходил. Тут укороченные подачи. В данном случае этот маневр был разгадан, и ситуация гораздо более удобная для того, чтобы играть взлет в этом случае, чем передача первого темпа не самая простая, практически с третьего метра. То есть пасующему не просто, и центральному, который получает мяч так в полоборота по существу из-за спины. Вынужденная попытка отыграться. От блока пытался скинуть за блок. Это не получилось по высоте. В принципе, такой мяч можно было бы и подстраховать, но не получилось и это у динамовцев. Пошли у нас такие качели, по крайней мере. Мы будем считать, что отреагировала команда достаточно адекватно на тайм-аут Воронкова. Локомотив, конечно, я имею в виду. И сейчас преимущество Динамо уже минимальное к моменту. Набирать очки нужно. Набирать. Требуйте себя на каждом мяче, на каждом полную стопроцентную отдачу. Вот таких мячей, чтобы больше не падало без попытки. Не надо там, твой, мой, не надо. Упади, попробуй достать. Вот это будет, как вы начали игру, первый розыгрыш, ни один мяч не упал. Так нужно продолжать все время. На высоте также кистью крути высокий мяч. Интересно, ведь тоже достаточно тренерское противостояние и в этом случае получается, потому что Воронков и Чередник два, наверное, наиболее ярких представителей нашего молодого тренерского поколения. Два в прошлом достаточно заметных игрока, оба успели поиграть за сборную в России. И, в общем, если смотреть в перспективу, да, такими вопросами задавались некоторые специалисты, вообще любители подумать думу на будущее, да, что вот в будущем, если как бы не зацикливаться на мысли о том, что в перспективе сборную России может и должен будет тренировать какой-нибудь иностранный специалист, если ограничиваться кругом специалистов своих, то вот в некоем будущем, скажем так, неопределенном, наверное, Воронков очередник из нашего молодого поколения является наиболее адекватными кандидатами на такую роль. Впрочем, в данном случае ролик совершенно другая. Тоже, в общем, вполне важно. Пока у Гранкина неплохо получается обыгрываться с первым темпом. В одном только случае у него возникли проблемы. Вот в итоге самое интересное, что дождались именно Пайпа, но настолько быстро он шел за первым темпом, что подняться плотно и по-настоящему так снести руки не успели. Не было явного препятствия видимого. Защищается удачно. Голубев поднимает мяч после первого темпа. В данном случае как раз то, о чем говорил, наверное, Чередник, игра его команды в этом розыгрыше могла ему понравиться с той точки зрения, что команда подняла два мяча, но она из этих доигровок не выжила совершенно ничего. Ни разу не сумела толковую по существу атаку ответно организовать. Накатывает укороченным Дивиш. И мяч такой наведенный скорее по существу на блок. Сейчас для Круглова открутить ему особо некуда. Практически он в руках. И поэтому чехол, в общем, эта ситуация выглядит логично, даже с учетом того, что там по существу полтора блока было.
даже от одной пары рук уйти там особо было некуда. Еще одна атака Круглова. Он поднимает на этот раз мяч, работает по рукам. Но удачно действует Локомотив на задней линии. Было касание сетки. А, переход средней линии, да, переход. Ну, касание сетки было, мяч показал, что и переход средней линии там такой, такой достаточно плотненький имел место после этого. Далекий, еще не аут. Маркин на подаче. Голубев срывает прием этого планера. В данном случае полностью на нем вина. И после этого, за счет того, что Трос немного смягчил атаку по переходящему мячу Щербинина, у Бирюкова оставался шанс мяч поднять определенный. Надо было подавать. Давайте, понятно, скорее всего, в кого. Повторная подача в зону ответственности либера. Сибирского Локомотива требовалось, который только что ошибку допустил. И после явной ошибки соперника на приеме подавать, в принципе, вот надо хотя бы как-то. Хотя понятно, что хочется и с риском подать, серьезно. А вот выходит мяч. Судя по так послышавшемуся по интершуму слову «посмотрим», «Динамо» просит просмотра этого игрового эпизода. Возможно, у нас на Кубке России, как вы знаете, если вы матчи последние дни смотрели. Мог и попасть мяч в площадку. Если аут там был, то был он совсем невелик. А мяч в поле, в линию попадает четко. В поле, да. И «Динамовцы» были абсолютно правы, сделав ставку на видеопросмотр. Ну и, соответственно, очко возвращается к «Динамовцам». Вот мы видим торжество волейбольного духа, что еще можно сказать в этой ситуации, когда выигрывает справедливость, только это, наверное, и можно сказать. В атаке, но практически все, что он атакует, все идет сопротивлением. Нет по-настоящему комфортных для него мячей, где он может, называется, отдохнуть и разгуляться. На каждом мяче приходится работать, и почти всегда двое его встречают. Ну, скажем так, в четырех случаях из пяти. Немножко вырывается «Динамо» вперед. Отличная подача Щербинина. И опять Нильсену придется нападать на организованном блоке, но в данном случае он попадает. Прошел переднюю линию, выходит на подачу швед. Мощная его подача была бы, конечно, отличным поспорить для команды. Вообще, уникальный до определенной степени пример игрока. Таковым, наверное, является примерно и Петр Верыш в «Динамо». Ну, с той точки зрения, что он также очень сильный волейболист. И совершенно по существу не волейбольной державы. Нильсен тоже единственный шведский волейболист, так достаточно широко известный на международной европейской арене. Сборная Швеции неплоха была когда-то, был определенный период в ее истории в конце 80-х, когда она была конкурентоспособна на самом высоком европейском уровне. Но те времена минули давно, и понятно, что Нильсен к тому поколению игроков не имеет совершенно никакого отношения. И то, что такой игрок был воспитан, скорее заслуга самого этого игрока, его уникального таланта, нежели школы, которая по существу, вот, как явление потоковое, отсутствует в такой стране, как Швеция, если говорить о волейболе. Три куда ни шло, четыре.
Давайте чуть подержать. Держим, держим, отрыв внимательно, каждый съем внимательно. Давайте точно так же на блоке. Помните, P6, да, когда первый темп и назад. Поэтому если уходит первый темп, ближе к четвертой зоне, Паш, ты там стоишь, четко помогаю. Внимание, точно так же в защите. Посмотрите, Нильсон, знаем, длинная диагональ есть у него. Окей? Помним. Да, да. Давайте, бег громче, большой. Видим предметный разбор практически в каждом тайм-ауте Юрия Чередняка. Предметный разбор соперника. Это и по полуфинальному матчу, по его перерывам видно, что он, ну, что называется, имеет что сказать по поводу практически каждого игрока соперника. И в данном случае другое дело, что, конечно, этот предметный разбор не каждый раз помогает. Бирюкова заменили. Жилин вышел на площадку. С хорошей доводки получается. Зона сыграет с очень большой высоты. Коронка в игре Круглова. Он получил очень быстрый мяч под такие быстрые мячи. Он всегда умел с хорошей скоростью выходить, так чтобы не оставить шанса блокирующим. Атакует в разрыв в ту точку площадки между пятой и примерно шестой зоной, которая и игроками задней линии не защищается практически, потому что это в большей степени сфера ответственности блока. Это должны блокирующие закрыть, но понятно при том условии, что они сойдутся, успеют брешь закрыть, чего не было в данном случае. 15-17. Не силовая подача, скорее такой плотный накат силовой, но тем не менее доводки идеальной не было. Так, в район третьего метра мяч пришел, и уже это спектр атакующих действий для Сергея Гранкина несколько ограничен сейчас. Будько вновь подает. Тут вроде подача плотнее оказалась, доводка была лучше. Гранкин решился на скидку, ее сдали. Не исключено, что я вот был, правда, пытались подсказывать, что аут, но мяч поднимался, тем не менее, может быть, действительно, это была и ошибка. А Маркин там в напряженной борьбе с организованным блоком. В конечном счете не справился с этой ситуацией. 17-17. Локомотив вновь догоняет. Надо подачу взять. Как хотите, но обязательно нужно подачу держать. Ну нельзя, столько много ошибок. Не бей под себя, Саша. Так как ты по рукам, все, отыгрывайся. Нильсону по рукам можно хорошо, повыше. Все, что вниз бьете, тяжело. Высокий блок у них есть хороший. Давайте вот на этих мячах будем работать. Съем, тяжелый съем, мяч, снялись. Отыграйся от блока, хорошо страхует. Доведем. Добьем. Маркин к последнему претензии эпизоды адресованы. Чередник видел, что он в борьбе с тройным блоком в атаке работать под себя сейчас пытался практически, что всегда чревато. И выиграть, во-первых, за счет этого получается достаточно редко. Если играешь под себя, то вероятность чехла на организованном блоке возрастает значительно. Поднимать мяч нужно выше. Удалось сняться после тайм-аута сразу. С подачи Будько. Может быть, не идеальный вариант сейчас был задействовать Дивиша сразу, потому что он эту укороченную подачу пришел принимать в район третьего метра. И у него в конечном счете не было возможности разогнаться, выйти под мяч вот со всей мощью. Потому что, по сути, с этого самого третьего метра разбег выполнял. Болдырев вместо Круглова. Жилин поднимает мяч.
Вот то, что требуется в идеале в борьбе с организованным блоком. Попасть по рукам блокирующих. Чуть выше, конечно, будет аут. Но если чуть ниже, то мяч может с большой вероятностью в игре остаться. А так просто чисто выигрывает очко. Очень быстрая атака Маркина из второй зоны сейчас. Чуть досталось, мяч в район груди пришел. Очень мощно, но волейбол такая игра. Практически перестали в последней минуте подавать силовую подачу. Боятся ошибок, пробуют за счет планера. И мы видим, даже с учетом наличия планирующей подачи с обеих сторон, проблемы со съемом имеются и с той, и с другой стороны. Это аут, да. Кому-то может показалось, что мяч попал в площадку и таким образом следует отдать очко Динамо. Но дело в том, что он после контакта с руками блокирующих коснулся антенны. А это уже аут. И, соответственно, неважно после этого, куда он прилетел. Коронный номер у Воронкова не получился. Такой какой-то метаболизм и психология у игрока соответствующая, что ну практически всю свою карьеру и в «Факеле», и в «Локомотиве» он выходит на замены на подачу. Постоянной игровой практики он не имеет, но и очень часто все же на подачу выходит весьма удачно. В данном случае это не получилось, но это не значит то, что он вот плох в данном специфическом амплуа, потому что для него по существу это амплуа, да, с поправкой на то, что он и в «Факеле», и в «Локомотиве» постоянно является вторым диагональным. Петр Верош. Вместо Маркина. Замена по позиции. В данном случае на заднюю линию он выходит принимать. Пытаться стабилизировать этот прием под очень сложный и очень мощный, как всегда, подачей Нильсона, которая работает. Атаки у «Динамо» нет. Есть доигровка, которую сам же Нильсен и завершает. Браво! В данном эпизоде поработал блестяще. Все начал, все и закончил в этом случае. Подданный шведской короны. Ну, тут уже одного брейкового мяча достаточно для того, чтобы тайм-аут дать. Вот это движение у него. Когда сзади, близко, не надо стоять подальше. Ребятки, как-то вы играете на их уровне. А вам нужно уровень свой эмоционально увеличивать. Давайте, поехали. Да, то, что очень важно, это подмечает и Юрий Чередник, что с той стороны более опытная команда, такая, видевшая много хорошего в жизни, и там уровень эмоций с той стороны совершенно не тот. И ему не нравится то, что на этом же уровне эмоций играет и его более молодая команда, для которой все-таки бронзовый матч на Кубок России, с учетом того, как еще чемпионат России складывается, это все-таки определенная мотивация выиграть что-то хотя бы. Чередник в этом случае прав, что его команда должна быть более эмоционально, более, что ли, позитивно психологически настроена на этот матч. Больше хотеть в нем играть. Так можно сказать. Болдин. Приличная силовая подача. В этом случае у Жилина не получилось, хотя может быть, даже был чуть более удобный момент, чем тот, в котором он сумел попасть по рукам. Но не каждый раз это получится. Классно. Махортов. Жилин и Махортов на площадке сейчас у «Локомотива». Два волейболиста успевших поиграть в свое время в Белгороде.
Когда наступает момент выходить на переднюю линию, Верыша меняют. Может быть, все-таки не очень здорово. Он себя чувствует, какое-то недомогание или, может быть, небольшая травма, потому что, если говорить о групповом турнире, то он в одном из матчей нападал там под 40 раз. И вообще в этом отношении был основным игроком, несущим на себе нагрузку в игре в нападении. Это второй тайм-аут Локомотива. Давайте послушаем, что Рамков скажет. Парни раскрепостили. Дали прием, Саша знает, что делать. Все, поэнергичнее прошлись, да? Заработали себе сайдаут. Внимание. Давай! Заработали себе сайдаут. Сайдаут, съем в данном случае, этим термином обозначается в английском языке то, что мы в русском профессиональном лексиконе волейбольно называем съемом. Вот и он. 24-24. Затянется борьба в этой первой партии. Привет, здорово атакует первым темпом. Хорошо сейчас этой передачей Сергею Гранкину удалось увести своего центрального чуть в сторону от блока. И второй, по большому счету, ему, можно сказать, не мешал. С поправкой на то, что убирал мяч под себя сейчас центральный блокирующий «Динамо». Кучков в концовке партии много очень играет через четвертую зону. Там и Жилин был у него нагружен, и Димиш вот уже два эпизода подряд. Усиливает подачу, рискует несколько более акцентированно, чем в том случае, когда он в предыдущей расстановке был на подаче. Ничего не получается из этого. Еще один сигнал динамовцев. Гранкин напомнил нам о том, что у него отличная силовая подача. Об этом, наверное, еще кто-то помнит, но Сергей на протяжении уже достаточно большого количества лет продает почти всегда подачу планирующую. Очень-очень редко переходит на силовую. В данном случае это очень редко. Было еще и метко. Молодец. Олимпийский чемпион решает исход первой партии. 1-0 «Динамо» ведет. We'll be right back.
Итак, уважаемые болельщики, мы продолжаем этот матч перед началом второй партии. Давайте поддержим две команды на площадке. Матч за бронзовые медали. Вторая партия в этом матче начнется через несколько секунд. Я пока хотел напомнить вам, что мы 31 декабря будем выбирать лучшего спортсмена года по версии нашего проекта «Золотой пьедестал». Ну, то есть, ну, по версии вас, дорогие болельщики, вы там будете голосовать. И хотел напомнить, что и волейболист среди 12 спортсменов, претендующих на звание лучшего спортсмена года, есть тоже. Это Сергей Тетюхин. Так что в том случае, если вы готовы отдать ему свои голоса, не замедлите сделать это этого 31 декабря. Сергей Тетюхин уже отхватил совершенно невероятное количество призов лучшего спортсмена года по версии чего угодно. И по версии Федерации спортивных журналистов, и по версии нескольких газет. И очередной орден, четвертый уже в своей жизни он получил из рук президента в ходе награждения Владимиром Владимировичем Путиным, олимпийцев. Все это следствие игры на Олимпийских играх. Сегодня Сергей, вполне возможно, в финале покажется на некоторое время. Понятное дело, что травма беспокоит его по-прежнему, и с полной нагрузкой он играть не готов. Но на Кубке он дважды появлялся в составе «Локомотива» на площадке, даже немножко нападал. У него есть определенный вклад в успех своей команды. Здесь в этом матче, я сейчас думаю, возможно, два варианта развития событий противоположных. С одной стороны, «Локомотив» может завестись. И вот именно вот этот фактор того, что команда проигрывает, станет таким подстегивающим и ударит по самолюбию команды. С другой стороны, напротив, она может и остановиться окончательно. Мол, мотивации особой нет. А тут вроде бы с самого начала не пошло. Ну и уж пусть будет так, как будет. В всяком случае, задача по-настоящему накрутить и, что называется, раскрутить свою команду, мотивировать ее на этот продолжающийся матч перед Воронковым прежнему стоит, как мне кажется. Как стояло в самом начале. Закрывает Нильсона с чехлом. 4-1 с учетом концовки предыдущего сета. В общем, уже повод взять перерыв. Вполне себе даже. Что и происходит, как понимаю. А, нет, эта просьба обращена именно к тем, кто принимает, собственно, к паре доигровщиков и к либеро, чтобы первым постараться поиграть, чтобы по возможности надежнее сейчас сыграть, разгрузить крайних нападающих, попробовать что-то сыграть максимально удачно первым темпом. Хотя вот в серии этих ошибок был и первый темп. С хорошей возможностью, с хорошим потенциалом для набора очка. Вы помните, момент был удобный. И тем не менее, ничего и в том случае не получилось. Ну, собственно, это действительно не отменяет того факта, что принимать-то надо. Кстати, встретились еще и два олимпийских чемпиона, два основных пасующих нашей сборной. В принципе, и про того, и про другого можно сказать применительно к Лондону, что это основной пасующий. И тот, и другой играли-то много. И Будько, и Гранкин, в силу того, что определенные проблемы были на этой позиции, происходили пертурбации у нас по ходу матча, и по ходу турнира, и по ходу финального матча. Играли и Будько, и Гранкин. Так что, в общем, если делить эту победу на двоих пасующих, то можно сказать, что они ее в равной степени заслужили. Сейчас играют друг против друга. Получится даже какое-то подобие атаки, при том, что мяч так аварийно совершенно выбрасывался. Передачи даже по большому счету назвать это нельзя, наверное, было. 10-3. Замена. Жилин. Возвращается на площадку. Кидает ее Бирюков.
Сегодня, ну, матч у нас продолжается по существу, даже если мы возьмем грязное время, все перерывы, паузу между партиями всего-то 40 минут. За эти 40 минут Воронков успел задействовать всех своих доигровщиков, насколько я понимаю, потому что и Жилин поиграл, вот, и Бирюков, и Дивиш, разумеется, и вот Шулепов сейчас на площадке. Все четверо при деле уже побывали. Зубков, да, еще появился второй пасующий. В какой-то степени это попытки нащупать хоть какие-то эмоции в игре команды, да, вот эти вот лавинообразные замены. А с другой стороны, может быть, уже и понимание того, что при таком раскладе, при таком отставании вероятность спасти партию не так уж и велика, невзирая на то, что это всего лишь середина цели. Но все-таки 7 очков, да, это мужской волейбол. Не каждый раз, и не каждые два, и даже не каждые три. Вы это прекрасно видите, такие отставания отыгрываются. Динамо сейчас получается еще абсолютно все. Команда, что называется, по-хорошему несет сейчас, да? И мы видим, что есть и первый темп, есть отличный пайп. Несколько очков, выигранных блоком. Команда сейчас очки набирает очень разнообразно. И вот это как раз показатель того, что дело спорится. И получился первый темп. Момент был удобный, но все-таки при том, что мяч висел практически на сетке, это и предсказуемое решение было — сыграть взлет в этой ситуации. Поэтому ждали там первого темпа. Чительный такой съем у Локомотива. Через «не могу», опять же. Все через усилия, не с первого раза. Приходится себя сейчас по-настоящему перемучивать для того, чтобы сдвигать дело с мертвой точки. Слышим мы по объявлению, что Артем Вольвич там на площадке появился у Локомотива. Общее количество замен уже стремительно приближается к 6. И сейчас Воронков вот лимит таким образом в ближайшее время может выбрать уже. Ну, а и вновь первый темп. Кривец конструктивно и полезно проходит переднюю линию. Гранкин расцветает, ему очень нравится. Любому пасующему очень нравится всегда его собственная игра, в том случае, если у него есть успешный первый темп. Ну, и приветствие, дабы подачу добавляет, в этом нет ничего удивительного. Он ну, вот в нынешнем составе «Динамо», в отсутствии Полтавского, в отсутствии Курока, является, может быть, сильнейшим подающим. По крайней мере, он был единственным, у кого более-менее стабильная подача летела. И во вчерашнем полуфинальном матче против Белогорья так этим он временами какую-то интригу создавал. Прыгнули на всякий случай на блок «Динамовцы», хотя решение это было неочевидное при таком отведенном мяче, там, 4-5 метра. Поднимался нападающий. И, в принципе, такие мячи легко поднимаются в защите. Иной раз блок может и помешать. Не обязательно и не всегда блокирует такие эпизоды, но в данном случае «Динамовцы» это сделали, и момент оправдан. Если нападает у нас игрок с 4 метров, все сели вот там, прям под ним. Не надо стоять на своих местах. Его страхуем. Там, где от блока может отскочить, да? Относительно последнего эпизода как раз Воронков в этом случае высказывается. Потому что команда замерзла и стояла, смотрела кино в данном случае, а не играла в волейбол. Кино про то, как нападает партнер по команде с 4 метра.
попытка еще Кривцу помешать, подачу подавать. Сбить его немножко. Это, по крайней мере, получилось. Пришел под мяч сейчас явно Мартин. Может быть, ждал он другой передачи, может быть, и передача не получилась, но сейчас был совсем под мячом, ему пришлось такой полукрюк атаковать уже, чтобы хотя бы какую-то атаку обозначить. А вот мяч касался антенны при выполнении атаки, насколько я понимаю. Чуть-чуть, может быть, сейчас Гранкин заигрался с поправкой на то, что было с Маркиным в предыдущем эпизоде. Хотя там частичная игра доигровщика есть, но и пасующего тоже. И в этом эпизоде передача не получилась. Нужно Сергею чуть поосторожнее. Сейчас большая доля его вины в том, что трудности у команды какие-то возникли. 15-11. Ну, потом это еще и то, что может происходить с молодой командой. «Динамо» сейчас играет совсем уж молодым составом. Ну, за вычетом Гранкина и Крица на площадке. Для такой игрок, как Щербинин, это все-таки уже мастер с опытом игры и за сборную России в том числе. Но все-таки он достаточно молод. Снимается все-таки «Динамо» второй технический тайм-аут. Лучше самое важное, Игорян, дай вертикаль, просто без переноса, все, на смещение, не сноси руки. Не сноси, не помогай, да? Пристройся, четко дай. Все, раз, здесь, боком и защитой догоним. Все, внимание. Игорь Шулепова, я так понимаю, как крайнего блокирующего были обращены слова Андрея Воронкова. Сейчас попросил он его блокировать без сноса рук. Ярко выраженного. Гранкин попробовал свою силовую подачу, пушечную вернулся обратно на планер. Точнее, сейчас даже, если была укороченная такая, не получилось. И направду слишком высокую параболу задал сейчас Сергей. И даже несмотря на то, что это в район практически второго метра, мяч опускался очень легко, к нему можно было успеть. Поэтому и доводка совсем легкой была. Болдырев. Хорошо. «Динамо» показывает, что, в общем, ход не потеряло сейчас, несмотря на то, что сбой был и позволили выиграть сопернику 3 очка подряд. Впервые, кстати, за партию столько подряд «Локомотив» набрал, насколько я понимаю. Тяжело будет Воронкову сейчас в борьбе с организованным блоком. Тем не менее, он добивается успеха. Это при том, что еще атаковал практически с места, без разбега. То есть не вложившись в прыжок, в разбег не вложившись. Не самый удобный мяч, понятное дело, потому что передачу Вольвич отдавал, он не пасующий. Ну, здесь в полной мере заслуга Воронкова. Немножко несинхронный сброс рук сейчас был у блокирующих. За счет этого во многом удалось сыграть резервному диагональному «Локомотива». Блокаут. Есть сомнения по этому поводу у Воронкова. Он так вдумчиво смотрит в ту точку, куда опустился мяч. Но мы, в общем, на повторе видим, что там аут полметровый. Вопросов нет никаких. Там площадки точно нет. Теперь смягчили Воронкова, достали мяч.
Ну и чуть успокаивается «Динамо». Сейчас есть после технического тайм-аута весь съем абсолютно. Еще вот доигровочный мяч удалось один выиграть. Продолжить погоню «Локомотиву» не удалось. Ну, Воронкова, даже когда он холодный со скамейки выходит, подача летит, а сейчас он немножко поиграл. Он хорошо разогрет, и в этой ситуации, собственно, не стоит удивляться тому, что подача полетела и в этом случае. Но выжить ничего из этого не удалось. «Динамо» сейчас очень стабильно. Нужно отдать должное сейчас вот этому молодому варианту коллектива у Юрия Чередника, что он базовый уровень игры сейчас держит достаточно высокий. Может быть, хотелось еще больше стабильности в подаче, но все-таки рискует на этом этапе уже практически постоянно. Пользуясь тем, что рисковать могут при таком преимуществе. Верш на площадке. На задней линии, опять же, поможет с приемом. И в данном случае пушечную подачу Жилина. Он, по крайней мере, ну, подбивает над 5-6 зоной примерно. Но забить это сложный мяч не получается. 16-20. Возвращается то самое отставание в 4 брейковых мяча, которое имело место к моменту второго технического тайм-аута. И перерыв... Хорошо, ребятки, одно для доигровщиков, одну фишку. Не думаю, это что «Локомотив» будет перерыв. Скорее всего, «Чередник». В момент приема уже бежите нападать. Поэтому мяч где-то на знак долетит. Нет, вы спокойно встаньте, мяч повыше доведите. То же самое у вас будет в то же время, чтобы вы могли разбежаться. Внимательно. Еще внимание, что практически в каждом перерыве наставление Юрия Чередника потом какой-то репликой, пусть и небольшой, пусть формальной, сопровождает Сергей Гранкин. Он в этом варианте состава все-таки, несомненно, как игрок уже с очень большим опытом и олимпийский чемпион, таким настоящим дедом себя чувствует, лидером. Ну и капитан, собственно, это подтверждается статусом капитана. И поэтому мы слышим его почти постоянно в перерывах тоже, после того, как тренер скажет свое слово. Щедилов молодец, мы слышим, что Маркин появился. Но это тот момент, когда нужно выходить на переднюю линию. Он Верши заменил. Обратная замена произошла. Привет. С точки зрения стабильности игры, наверное, самое яркое впечатление в команде оставляет. Гранкин чувствует его отличный тонус в этой встрече. Нападает у него этот центральный много. И подача еще своей помогает. Для игрока этого амплуа нападает норма по количеству мячей в атаке, действительно, у него очень серьезно получается. Ну, Сергей тем временем на краю сетки блок ставит. Очень приятный момент, да, когда блокирующий одиночным блоком набирает очко. Существует окончательный бесповорот, решает исход этой партии. 23-16. «Динамо» бы еще поменьше вот во второй половине ошибок, во второй половине сет ошибок на подаче. Вообще партия идеальной практически смотрелась бы. Но давайте еще все-таки сделаем поправку на то, что против резервного практически состава «Локомотива» этот успех достигнут. Но, с другой стороны, состав «Динамо» с учетом травмы, того, что мы сейчас идем на площадке, тоже далек от основного. Гранкин так пофорсил немножко в этом эпизоде, попробовал сделать скидку там двумя руками даже, по-моему. Это так уже от очень большого преимущества. Хочется сделать что-нибудь такое яркое, немножко пижонское. Это желание оправдано. Вот на этой подаче партия может и закончиться у нас. Не в этом случае. Но это не страшно при таком преимуществе.
Воронков. Сложный мяч и попадает в площадке. Нашел где-то брешь все-таки в этом случае. Атака была практически с места. У блокирующих «Динамо» масса была времени для того, чтобы подготовиться, перекрыть все возможные направления Воронкову. Но в этом случае не вышло. И вновь первый темп. На этот раз Щербинин, который как раз вышел на переднюю линию. Эффектно получается за счет комбинации «Взлет» завершить атаку. А, это атака и «Динамо» вторую партию. 25-19. «Динамовцы» ведут Команда возвращается на площадку. Третья партия сейчас начнется. Ну, нет ничего удивительного в том, что определенные перестановки в составе своей команды по сравнению с концовкой второго сета производит сейчас Андрей Воронков. Несколько приближает свой состав к тому, что может считаться в его команде оптимальным. Ну, по крайней мере, появился Дивиш. Мы это видим. Интересно, что остался Воронков. Видимо, как-то вот некого мотивационного посыла в действиях Нильсена своего основного диагонального не видит совсем тренер новосибирской команды. Что, соответственно, и приводит его к мысли оставить Воронкова. На площадке тот набирает свое первое очко в этой партии. Очень здорово сбивает мяч в линию. Сложный эпизод вообще, и сложно вот так вот попасть по-настоящему просто. И Будько вернулся в игру. Неприятная планирующая подача. Такая жесткая, колючая получилась. Динамовцы с ней справиться не сумели. Большим трудом мяч перебивает на чужую половину площадки. Защищается неплохо. Понятно, что упал мяч короче, чем мог бы после контакта с блоком, но все-таки вот такие надо поднимать с большим процентом. Скидка у Болдырева не получается, пытался он мягко положить
скатить мяч кистью за блок. Жилин сумел зависнуть в воздухе, словно найдя там ступеньку какую-то невидимую. И на это диагональный «Динамо» явно не рассчитывал. Так сумел «Локомотив» в начале этого сета немножко задавить «Динамо» подачей. Отсюда определенные проблемы. Другой вопрос, насколько долго у «Локомотива» вот такой уровень подачи получится держать. Разнообразный. Там у Махортова и планирующая классная получилась. Объективно сложная. Сейчас отличная силовая следом. У Гранкина нет возможности как-то более-менее внятно нападение организовать для своих игроков по краям. И случай из той же серии. Четыре один. Тайм-аут. Юрия Чередника. Вот тебе результат второй. Смотри еще раз. Тяжелый мяч. Не надо аккуратничать его. Лучше скинь за блок. Вообще не страхую. На тройном блоке. За центрального сюда. Или сюда в третью зону. Великолепно. Они не за, из 10, они два мяча нам всего забили. Да, отмечает, возвращается к моменту, где Болдырев не сумел скидку выполнить, Юрий Чередник, и акцентирует внимание о том, что вот нужно дорожить, нужно любой ценой оставлять мячи на половине площадки соперника, потому что из 10 доигровок соперник забил только 2. Эта статистика явно в пользу «Динамо». Значит, главное вернуть, оставить его там. Пусть уже после этого соперник со своей неудачной статистикой сам как-то разбирается. Воронков на подаче, сказал я вначале. Жилин, конечно, да. Жилин как раз сейчас на передней линии находится. Никитин. Илья Никитин вместо Щедилова. Замена по позиции. Пока просто в первую очередь совершенно ничего не получается сделать с подачей Воронкова. Воронков, когда согрелся, как вообще очень стабильный подающий, говорю, он и со скамейки холодный выходя может подавать сериями. А тут в данном случае он уже очень хорошо разогрет и, что называется, не может остановиться. Удачно подавать. И в первую очередь проблема в том, что «Динамо» с этой подачей никак не может справиться. Доводки толком нет ни в одном практически из эпизодов. Все вот как-то вот так вот получается, и в дальнейшем уже... Ну, с другой стороны, хотя бы с одним из таких моментов уже просто чисто статистически можно было справиться. В одном из 5 случаев можно было забить и сложный, и отведенный мяч. Многовато «Динамо» потеряло, даже с поправкой на отличную подачу Воронкова. Ну, а диагональному «Локомотиву», в данном случае «Браво», он обеспечил очень серьезный задел для своей команды. Зеркальная ситуация, ровно такой же счет, 6-2, насколько я помню, был у нас и в начале второй партии в пользу московского «Динамо». 6-3. Сейчас очень интересно, как дальше дела пойдут. Все-таки «Локомотив» не настолько в отличном тонусе, чтобы однозначно уверенно удерживать это преимущество. Вполне может статься так, что серия подач Воронкова окажется эпизодом. То есть заслуга исключительно Воронкова. А не всей команды. 6-4. И я так понимаю, что опять Сергей Гранкин, ну, мячик стукнулся в этом случае. Давайте посмотрим. Да. В концовке он одиночным блоком очко набрал в предыдущей партии. Вот достаточно короткий игровой отрезок. Если брать начало предыдущего сета, начало этого, второе очко связующего на блоке. Болдырев за счет подачи, я думаю, исправился перед Юрием Чередником. Сейчас поправил чуть-чуть дела «Динамо».
есть у москвичей два доигровочных мяча. И 7-4. С учетом съема, возможно, собственно, всего два брейка у мяча остается. Ну, лететь все подряд так не будет. Понятно, что Ижилин очень опасный подающий. Потенциально не менее опасный, чем тот же Баранков. Но вот судьба все-таки она такая штука. Она вот так щедро отвешивает редко, да, чтобы там роскошная серия одного из мощных подающих, еще и второй зарядил там несколько бомб. Так бывает отнюдь не всегда. 7-6. Ошибка в приеме. Дивиш. Как всегда, Дивиша слышно. Но удар вкладывается в всю свою физику и весь свой голос. До технического тайм-аута одно очко преимущества. Ну, два, одно брейковое очко реальное преимущество доносит Локомотив. Ну, кого надо послушать в этом случае? Понимаете, и где-то добавить. Все очень просто. Да? Раскручивать, если связка до задней. Да, внимательно. Мы не можем дуплиться в 20 сантиметров. У пионера. Пионеры, да, но в какой-то степени сейчас, может быть, это несколько презрительно, но, в общем, это должно подстегнуть. В первую очередь, это преследует слова Андрея Воронкова. В общем, да, пионерскому составу проигрывает сейчас Локомотив. Уж по сравнению с составом Локомотива, да. Брагин достал мяч. И что? Попал по рукам. Но здесь очень близко главный арбитр все-таки этой встречи, Евгений Макшанов из Санкт-Петербурга. И, наверное, в этой ситуации, если он так уверенно принимает решение, то у него есть основания для того, чтобы так уверенно показывать, что было касание блока. Не стоит новосибирцам здесь спорить. Кривец. Так, и нет доводки. Нет, защищались динамовцы. Воронков все-таки очень здорово эту партию проводит. Надо отдать должное, кстати, Будько, передача получилась туда в край настолько быстрая. И, может быть, параллельно и пожурить немножко и блокирующих динамо, что вот при этой быстрой передаче... Вот, с одной стороны, заслуга Саши, с другой стороны, все-таки должны были успевать сходиться там. Не закрыли в конечном счете брешь. И в разрыв между двумя блокирующими атаковал Воронков. Сейчас совсем не подружились в этом случае, к сожалению. Будько и Воронков, и тот только левой рукой, дотягиваясь до мяча, пробрасывает его же в сторону половины площадки «Динамо» за антенной. Это аут по факту. Ну, 10-9, «Динамо» выходит вперед. Ну, не уедешь, к сожалению, далеко на одном Воронкове. Своего брака многовато. Вот тут сейчас в конечном счете... Минутой ранее нелегкой Сашу Будько настигла явная его ошибка. Совсем забросил мяч он за антенну однозначно. Так и с приемом. Редкая вещь в жизни центрального блокирующего. Но пошел укороченный мяч, поэтому Махортов принимал. И ему же и доверил нападать. Будько. Посмотрели мы такой эпизод, который, в общем, не каждый день увидишь в волейболе. Атаку центрального с приема. Его же. Роскошная зона какая, на каком расстоянии сыграна. Через половину сетки.
Начинает прием плыть у Локомотива. Со счета 6-1 все начиналось. Да, вы помните, собственно, сами можете посчитать, какой Динамо рывок совершил, что там сейчас команда уже ведет. Воронков. Круг прошел диагонали Локомотива. Сейчас подавать пойдет, насколько я понимаю. Вот в этом опасность. А, нет, Махортов пока еще, да. Здесь аут. Воронков подает следующему. Он сейчас в двойке у нас по расстановке. Щербинин на подаче. Ваут уходит мяч. Нормальный был рабочий момент. Может, Вольве здесь, наверное, в большой степени себе попенять. Уходя от блока, слишком широко убрал он мяч вправо от себя. Доигрывать. Гранкину придется за голову длинную очень передачу отдавать. Это получается вполне. По крайней мере, затруднили там жизнь Локомотиву. Нет, уже все, да. Это 4 касания будет. Настолько вот в этой ситуации был мяч за антенну заброшен, что его уже Болдырев не сумел туда вернуть сразу этим последним касанием. Устоял Локомотив в этом случае. Хоть и с трудом. И вот, наверное, лучший момент для новосибирской команды, для того, чтобы на что-то рассчитывать, давайте скажем так. Да, и Воронков работает как машина просто со своей подачей в этой партии. Сколько подает, столько есть бонусы у его команды. Насколько затянется эта серия? Сейчас это можно сказать даже так. Это борьба Динамо против Воронкова. Вот насколько сумеет команда как можно меньше очков проиграть, настолько больше вероятность того, что Динамо вот за следующий круг вполне может быть даже и партию до победы доведет. Если сейчас с этого или со следующего розыгрыша сумеет сняться. Опять, разумеется, нет доводки. Опять подача отличная. Ну, начинают немножко руки дрожать уже у молодых, понятное дело. Сейчас принимающий Воронковым придавлены. Во-первых, он продолжает очень плотную подачу держать, хотя последняя была чуть смягчена все-таки тросом. И столько, сколько очков уже Динамо потеряла, команда, понятное дело, молодая постепенно просто начинает уже нервничать именно в этой расстановке. Круглов на площадке появился, он может принимать. Он станет четвертым, Динамо будет принимать четвером таким образом. Тоже выход. Ой-ой-ой, мама, мама, мама ми. Вот это было куда совсем непонятно. Ну, тоже общее следствие того, что вот под этой подачей на расстановке команду штормит. Это касается и даже самого опытного игрока Сергея Гранкина, который... Все-таки, чтобы наконец-то вот третий парт меня послушали. Но есть не подружился с нападающим. Да, все неудобные мячи, вы начинаете их накатывать по пальцам, там люди стоят, все доводят. А смысл зачем? Высокий мяч, он или вваливается сильно, чтобы мяч улетал в трибуны, или скидка за блок. Никаких накатов я не хочу видеть больше у вас. Просто замахнуться и положить за блок. Вот и все. Парни, поехали. В общем, у нас опять 36,5. Примерно то же самое, что Болдыреву в предыдущий раз, когда команда его горела под подачей Воронкова, объяснял. Он сейчас говорит всей команде в ситуации, когда
опять его ребята горят под подачей Воронкова. И оба тайм-аута своих, в общем-то, я так понимаю, использовал уже у нас Юрий Чередник. Именно на подаче диагонального Новосибирска. А, ну это был технический, да. Ну, как нельзя более вовремя он произошел. Еще одна доигровка будет. Здесь достать не получается, очень коротко падает мяч. 17-14. Наконец-то что-то получилось, да, потому что Воронков явно не устал бы подавать, он прибился там настолько уже, что готов был подавать и 15, и 20 раз подряд. В общем, сейчас сложно посчитать, вспомнить, сколько раз, в принципе, он в этой партии подавал, но с десяток точно получается. Динамовцам нужно в себя приходить, от них ничего еще не потеряно. Самый сложный момент для них прошел. Мы видим, что во всех остальных расстановках команда Юрия Чередника более чем успешно борется с соперником. Борет и переламывает его, и перемалывает, можно даже сказать так. В данном случае отличная передача в четвертую зону с чуть сбитого по ширине в доводке мяча Щадилов. Дивиш. Пришлось передачу снизу отдавать Гранкину. Доведен мяч, но очень коротко и низко был сейчас в середину третьей зоны. Ну и теперь тут второй тайм-аут Юрия Чередника и Динамо. Вот зачем я вам? Я пятый раз вам говорю, что тяжелые мячи скиньте мне хотя бы один раз. Все, что вы делаете, это халява. То, что отлетает, между рук проваливается, еще что-то. Тяжелый мяч, бросьте за блок. Ну, посмотрите, что получится. Вы не даете им доигрывать мячи. Вы им дарите эти мячи. Зачем? Что такое? Что случилось? Что? Что, все, сдохли, да? Хороший вот так. Вот. Юрий Чередник так чисто педагогически очень нравится в этой партии. Он гнет свою линию. Пытается достучаться до ребят, и мне кажется, что в какой-то момент достучится. Другое дело, что поздно, конечно, не было. Не так долго в этой партии осталось играть. Съем есть. Ого, с левой руки пришлось даже так. Мяч был заброшен. Болдырев. Молодец, хотя там, а кто у нас был там? Все двигались, помогали, один за друг за друга смотрели. Понятно тебе это? Да, понятно. Друг за друга, блядь. Понятно. Мяч пока не упал, чтобы я не видел равнодушия на площадке. Запомните это. Парни, сейчас съем. Давай.
Чего же может быть непонятно словаку в русском языке? Плох тот словак, который, играя определенное время в России, русский не выучит, по крайней мере, на уровне понимания. С пониманием у Дивиша уже достаточно давно все хорошо. Языка. Не всегда может быть игры, потому что претензии сейчас к нему. Явно сейчас вектор этого обращения был устремлен в мозг словацкого доигровщика. Есть съем. Бутько. Отличный момент. Динамо вновь показывает, что команда приходит в себя после того, как она была опустошена и выпотрошена подачей Воронкова. Теперь вновь все в полном порядке. Гранкин пытается подавать силовую. Это у него получается. По крайней мере, он заставил принимать Будько в этой ситуации. Выбил с передачи связующего. Скидывают. Все просят так, как делал Чередник. Чтобы команда сама доигрывала. Соперника сама доигрывала. В данном случае Локомотив доигрывает успешно. Но какие-то все-таки успешные доигровки должны быть у команды. Но мы видим, что Чередник все-таки достучался, да, до своих ребят, потому что сейчас было то, что он и просил. Скидка за блок, аккуратная. Накатом. Хороший план Дивиша. Было ли касание, только вопрос. Так-то аут, да. Ну, смотрим повтор. И в площадке мяч. Да, попал. Ну, считается, что мяч был в площадке, если он хотя бы... Вот так, как нам на видеоповторе показывают, видно, что мяч в площадке. Считается, что он в площадке, если бы он хотя бы какой-то своей частью за площадку зацепился. А он, как мне кажется, за заднюю линию зацепился вполне сейчас. Ну да ладно. Вот ситуация в концовке такова была уже, что принципиально эту ситуацию меняла вряд ли, я думаю. Эту партию Локомотив все-таки выигрывает во многом и в большей степени трудами своего диагонального, который блестяще подавал подачу в этой партии 2-1. Thank you.
В Белграде все готово к началу четвертой партии в матче за бронзу между «Динамо» московским и «Локомотивом» новосибирским. В рамках Кубка России 2-1, «Динамо» впереди. И я думаю, что вы в 25-й раз согласитесь со мной, что главным героем партии стал вот этот молодой человек. Если бы не две очень протяженные, очень стабильные, очень мощные серии подач от Филиппа Воронкова, то «Динамо» могло рассчитывать вполне на то, что команда вот при том базовом уровне игры, которую она держит, доведет и третью партию до победы. Посмотрим, что будет дальше. Прежде всего интересно, как будет подавать Воронков, честно говоря. А сколько долго продлится его эта пруха? Один-ноль, первое очко за «Динамо». Доигрывают мяч после того, как Воронков упирается в блок. И 1-1. Аут. Блок аут. Щербинин. Гудко немного рискует, не самая очевидная ситуация для того, чтобы попробовать сыграть зону. Но он это сделал, и в данном случае все получилось у него с Вольвичем. По ширине атаки сейчас Вольвич играть зону между блокирующими. Все было сделано, разумеется, как и всегда при атаке первым темпом достаточно быстро. Блокирующие сойтись не успели. В ответ 3-2. Щадилов удачно попадает по рукам. Александр Будько, который, как вы знаете, наверное, по меркам связующего блокирующим является очень сильным. По крайней мере, в нашем чемпионате, наверное, связующих он блокирующий сильнейший. Так что с ним не так уж просто такой фокус провернуть.
Это отнюдь не дыра, как блокирующий игрок на краю сетки. Кривец. Не особенно хорошо нападалось ему в предыдущей партии. И забыли мы уже по большому счету, как это было. Но, в общем, там дело объяснимое. У «Динамо» и за счет Воронкова в первую очередь, да и на подаче двух игроков сбои случались приемы. Вообще на протяжении сета не было никакого практически. И там речь о большом количестве атак первым темпом не шла вообще. Там все объяснимо. Остался Круглов с третьей партии на площадке. Я думаю, что опять же с прицелом на то, что рано или поздно Воронков будет подавать. И при том, при всем, что Болдырев неплохо себя в атаке показал, должен играть Круглов, который может стать четвертым принимающим, уплотнить линию приема у команды. Ну и, соответственно, в атаке не испортить опытный все-таки игрок. Что и требовалось доказать. Круглов в линию. Успешно сбивает мяч. Казалось мне, что прошел он, ну, точно не увидел. Но мне кажется, что между руку Дивиша сумел просочиться. Вот, в общем, делал все от него зависящее, чтобы именно от линии блок поставить. Вот в этом случае сам Дивиш чисто в линию нападает, и здесь шансов никаких у Ранкина не было. Видим, что игроки казанского «Зенита» появились там в пуховичках. Видимо, только что приехали в раздевалку, еще не заходили, только подтянулись в зал. И рассчитывают какое-то время понаблюдать четвертую партию матча за бронзу. Вольвич. Есть доводка, без проблем. Ну и как следствие идут сразу несколько нападающих. Разрыв блока достаточно легко обеспечивается. Маркин уверенно очко набирает. Атакой в ходовое направление. Привет, сейчас по своим возможностям, ну, не то чтобы рискует по-настоящему, скорее такой силовой накат у него был. Сейчас доводят неплохо и те, и другие. Игра получается в атаке очень быстрая. Такие темповые, взрывные, короткие эпизоды. Сумели сейчас жестко руки поставить, блокирующие. Чуть-чуть слетали, и мяч остался в результате после контакта с блоком на половине площадки «Локомотива». Слава, мы везде цепляем мячи, но мы, что в перемещении вправо и влево, разворачиваем корпус, и мы не заносим. Либо правую туда не заносим, а с нашей левой либо правой руки отыгрываются, понимаешь? Пальцы ровно. Я понимаю. Туда руки, да. Чтобы отскок был не под сетку, а туда, вглубь площадки. Там почистим. Давай, 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 не затягивай. Понял, что «Локомотив» у нас лидирует на данный момент в регулярном чемпионате России с 29 очками после 11 матчей. Поражений у «Локомотива» больше, чем у «Зенита», на целое одно. У «Локомотива» два, у «Зенита», собственно, как раз одно и есть. Но «Локомотив» провел меньше 500-ых матчей, чем казанская команда. За счет этого сумел выйти на первое место в нашем чемпионате. «Динамо», ну, сыпалось, понятное дело, долгое время в чемпионате из-за травм. Многих ведущих игроков достаточно долго проигрывало. Сейчас команда на 9-м месте. В последней связке матчей в 3 играх команда Юрия Чередняка сумела 5 очков набрать. Это не так уж и плохо. И в дальнейшем, наверное, достаточно удачная для такого состава игра в финальном этапе Кубка России должна неплохим подспорьем стать. Для этого, с позволения сказать, пионерского отряда, чтобы показать ему его собственный потенциал. Он действительно, команда играет здесь.
суммарно достаточно недурно. Гранкин. Почувствовал, что что-то получается с силовой подачей. Во всяком случае, у него был один эйс в концовке первой партии. Вы помните, во вторую, однажды решившись на силовую, очень серьезно осложнил. Решил, что в данном случае следует превратить это в систему. От рук Воронкова. Блокаут. Нет, доводки. Воронкову, опять же, очков атаки не дают набрать. У него с этим значительно хуже, чем с подачей. Хотя, понятное дело, много непростых мячей атакует. Но и в данном случае очко от команды выиграно, но это мяч не его. Жилин играет переходящий. Одиннадцать восемь. Чуть-чуть Гранкина не хватает для того, чтобы достать скидку Дивиша, но скидка хорошая. Точнее того, что он получил не самую удачную для Пайпа передачу. Вот один из моментов истины для Динамо. Подача Воронкова. Бесконечно это продолжаться не может. Но подавался все-таки предыдущей партии. Без того статистика уже уникальная для одной игры. Это значительно облегчает динамовцам задачу. Все-таки за вычетом подачи диагонального своего Локомотив не демонстрирует такой ровной игры, как соперник по ходу этого матча. И пусть и небольшое, но все-таки имеющееся преимущество Динамо, оно логично вытекает из этого факта в этой партии. Щидилов ошибается. Жилин она прорезается очень неплохо. У кого-нибудь да будет. Хорошая подача, стабильная. Всегда, конечно, может спасти при неровной, нестабильной игре команды. Локомотив это явно выручает последний час игры. Великолепный Пайп сейчас роскошный совершенно. На голове практически у первого темпа. Маркин сам очень доволен. Причем с первым темпом явно, что называется, блокирующие играли, да, потому что такую угрозу, как Креес, игнорировать нельзя. Маркин там уж совсем чистую сетку имел. Проскакивает мяч между рук у Маркина. Да, вот достаточно плотная для планирующей подачи. Подача у Вольвича. Да, сейчас пометую о том, что говорил в предыдущем сете неоднократно. Юрий Чередник не рискует на таком мяче. Закидывает его в район шестой зоны. Это оказывается еще и удачно за тройным блоком. Там ближайший из тех, кто может страховать, это Вольвич. Он не настолько мобилен, он очень высок, он тяжело, с трудом складывается. Все-таки игрок для совсем уж не амплуа защитника. Понятно, что защитные действия не его профиль.
снова очень взрывную скорость атаки. На этот раз с передней линии в четвертой зоне обеспечивает Сергей Гранкин Маркину. Опять получает отличный мяч, который остается только сбить в площадку. Последняя ситуация, когда у «Динамо» доводка отлично появилась, получается абсолютно все. Гранкин просто растаскивает блокирующих и шансов никаких не оставляет. Тут во время съема это просто избиение. Тянешь, ты принимаешь на уровне головы снизу. Зачем? Шаг вперед сверху. Все, раскрепоститься. Не надо перестраховываться сейчас. Куда перестраховываться уже? Сука, кинь на ту сторону, бля. Пусть сразу съем, давайте. Сейчас. Внимание. Попробует еще «Локомотив», но для этого нужно держать достигнутый какой-то момент уровень подачи, нужно осложнять. Он хорошо видит, и вот этот кистью сюда уводит этот мяч. Его тяжело, и тяжело поднять. Что тебе нужно? Нужно в этот момент прийти, дойти и перенести на руку. Он хорошо закрывает. И здесь, да, и здесь пятая зона, парни, против него. Все равно мы выходим вот сюда в защиту. Защита важна. Понятно, да? Еще, подожди, стойте, успейте. Не участвуешь все. Понятно, да? Ни один мяч. Поехали! И в очередной черте очень предметно ведет игру. Много деталей в его разборе постоянно. Моментом Маркин рискует. Этого от него не совсем ждали. Но этого в такой ситуации, в общем, не часто и ждут. Да, это всегда достаточно неожиданно, когда вот так вот с четвертого метра игрок решает раскрываться. Там не стали блокировать. Это нормально в этой ситуации тоже. Да, я уже говорил, когда идет атака с четвертого метра, такие мячи должны подниматься в защите. Ну, в этом случае. Все, прием, все. Сумасшедший прием, просто по силе удар получился. Потом выйдет хорошая линия на подачу. Внимательно. Сейчас. Надо сняться и в дальнейшем уповает на то, что будет хорошая линия подающих пойдет. Денис Бирюков под прием. Доигрывается мяч. И аут. 18-13. Гранкин и силовой подачи, в общем, определенный момент помучил соперника, и планер у него сейчас отличный получается, довести никак не могут. Передачу кому-то надо отдавать, но Будько сейчас не видел, он двигался назад и немножко в сторону, тем самым перекрывая направление движения к мячу своему либеров. То есть ситуации, в общем, это нормально, да, это известно, что если не может пасующий отдать передачу, то этим, как правило, должен либеро делать, это его обязанности. И Голубев, утыкаясь в спину своему пасующему, сейчас до мяча добрался уже практически в последний момент. Там мог мяч упасть на площадку. Но пара глаз на спине у Саши нет, поэтому он невольно помешал Голубеву. Гранкин продолжает мучить подачи этой соперника. Снялись с большим трудом в конечном счете. С
скидка удачная получилась за счет того, что мяч троса коснулся и значительно короче упал, чем должен был бы. Так мяч поднимался бы, скорее всего. Переход трехметровой линии. Чуть-чуть повнимательнее. Победа, в принципе, уже в руках у «Динамо». Уровень игры держится неплохой. «Динамо», по большому счету, игру контролирует. Тренировки посмелее забивать. Сейчас посмелее. Обязательно снятся. Обязательно. Посмелее. С высокого мяча делайте то, что мы с вами сказали. Отлично. Лучше все-таки чуть поближе сюда. Там они ждут эти накаты в шестую уже твои. Часто сейчас. Такие мячи жалко. Хороший мячик был, Серег. Поднять да нужно блин, было. Давай, руки дальше. Ну, в принципе, да, все нормально. Мы видим, что «Чередник» чувствует, что команда в порядке и что она переламывает соперника. Чуть-чуть повнимательнее. Тайм-аут такой, скорее, на позитивной волне. И очень удачно мяч. Далеким отскоком падает в ту точку, где не страхуется практически никто, потому что ближе к сетке стягивается, понятное дело, страховать в район третьего метра. Далекий диагональный отскок в пятую зону приземляется, вроде не добегает уже голову в 20-15. Будько, получив возможность сыграть первым темпом, первую за долгое время, немедленно же этим воспользовался. Но понятное дело, что хочется уже как-то разгрузить своих крайних нападающих, которые под большим прессингом оказались в последнее время, когда доводки не было. И, разумеется, там в организованном блоке мало что забивали. Сейчас мяч наведен в блок и, пожалуй, еще и широковат. Локаут 21-17. Мяч так. Жилин практически под себя пытался забить, будучи уверенным в том, что блок он пройдет, но блок-то он прошел. Единственное, площадки не хватило. Проблема только в этом 22. Но будет видеопросмотр. Давайте посмотрим мы. Аут. Здесь он, да. Соответственно, «Локомотив» использовал свой просмотр, возможный в этой партии, в холостую. Он сгорел. Ну, в принципе, не факт, что какое-то развитие эта игра у нас будет иметь дальше. Должны «Динамовцы» доводить концовку этой партии до победы. И, соответственно, и матч до победы. Надо было скидывать сейчас, наверное, следуя той линии поведения, которую предлагал Юрий Чередник. Ну, азарт определенный появляется, есть преимущество и ощущение того, что вот, получится в любом случае, да? Что все хорошо. Продолжается
Снова тяжело под подачу Воронкова, нужно сниматься. Нужно сниматься, попробовать как-то, если все будет нормально для «Динамо», под конец этого матча переломить тенденцию, чтобы это хотя бы себе в плюс занести. Так, ну, будет просматривать «Динамо» этот эпизод. Да, Гранкин делает обращение. Сложно сказать, больше похоже было на аут. Давайте смотреть. Аут. Очень близко к задней линии, но все-таки аут, да. И сильно сейчас полегчало после этого, конечно, динамовским игрокам. Уже не нужно решать проблему съема на подаче Воронкова. Ведь соперник был бы уже совсем близко. Да, это было бы тогда 22-21. И Воронков продолжал бы подавать, и нервничать пришлось бы значительно сильнее. А так 24-20, и все-таки 4 матчбола и сильнейшая связка подающих прошла постепенно. Дальше еще Жилин, правда, будет подавать после съема. Ну, все-таки будет уже значительно тяжелее. Это был пиковый момент партии и, может быть, даже и матча всего, потому что после этого «Локомотив» мог взять концовку, а там на волне этого успеха и пятый сет. Кто знает, как бы оно было. Но вот такие моменты, когда действительно, можно сказать, многое в судьбе матча зависит буквально от одного очка. И мы видим, какова значимость этого видеопросмотра, да, который у нас виден на Кубке России. Круглов на подаче. Будет рисковать при матчболах. Да, и получается у него отличная силовая. Жилин, ну, на него, наверное, последняя надежда. Еще одна сильная подача, которая определенные бонусы приносила в этой партии. Но он все-таки не вкладывается на все 100%. Тут есть доводка, и Кривец заканчивает партию первым темпом. 3-1, «Динамо» побеждает в этом матче, завоевывает бронзовые медали на Кубке России. Не ахти как много, но неплохое подспорье для «Динамо», которое проводит очень сложный сезон в этом году. На этом все. Для вас на «Игре за бронзу» работал комментатор Тарас Тимошенко. Счастливо. До встречи.